Лактіалів – подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Карачи – это самый колоритный и неординарный город Пакистана. Здесь все смешалось в кучу. Кони, люди, причем в прямом смысле. А, например, на пляже вместо загорающих вы можете увидеть верблюдов, мангустов и кобр. А местный зоопарк в этом городе славится не только коллекцией экзотических животных, но и одним неведомым существом, которое мы сегодня, надеюсь, увидим. Такого нет больше нигде в мире. На 130 тысячах квадратных метров посреди мегаполиса обитает более 8 сотен животных. Но уникален этот зоопарк тем, что рядом со слонами, львами, черепахами и обезьянами здесь живет создание, в существование которого сложно поверить. В этом зоопарке живет получеловек, полулиса. И мы сейчас с вами будем проверять, правда это или ложь. В мифологии разных народов есть много примеров существ, сочетающих часть тела животного и человека. Например, древнегреческие кентавры – полулюди, полулошади. Минотавр – криотское чудовище с телом человека и головой быка. Или всем известный египетский сфинкс – лев с головой человека. В восточнославянских текстах часто встречаются русалки – девушки с хвостом рыбы. Также у славян есть много упоминаний о Сирин и Алконосте. Но в Пакистане есть свой аналог. Многие верят, что это не легенда. А необычное существо можно увидеть вживую, просто купив билет в зоопарк. Ассаламу алейкум! Скажите, пожалуйста, а правда ли, что у вас в зоопарке живет человек-лиса? Правда. А вы тоже идете в зоопарк, да? Да. А вы знаете, что здесь живет человек-лиса? Да, конечно. Похоже, только меня удивляет такой житель зоопарка. Ассаламу алейкум. А где лиса живет? Человек-лиса? Прямо идите и увидите. Экскурсию к диким зверям зоопарка я пропускаю и сразу отправляюсь на поиски легендарного чудовища. Друзья, ну что, я в предвкушении чуда, встречи с неведомым существом, человеком-лисой. Я уже вижу очередь, вижу людей. И вижу маленькую будочку, в которой, похоже, это все и происходит. У меня немножечко такое предвкушение и азарт. Я понимаю, что сейчас увижу что-то особенное. Идем занимать очередь. Причем удивительно, судя по всему, здесь отдельные билеты нужны. Увидеть это так называемое чудо природы каждый день приходят тысячи жителей страны. Еще в прошлом веке людей, которым приписывали звериные особенности, тоже выставляли на показ. Обычно в цирках уродов. Одним из последних уникальных людей был знаменитый человек-волк, страдающий редким заболеванием – гипертрихоз. Он был развлечением для народа в начале 20 века. С современным человеком-волком мы встречались в Мексике, но он уже не работает в цирке, а просто живет. Неужели и в наши дни люди тоже приходят посмотреть на подобное зрелище? А сколько стоит билетик к лисе? Здравствуйте. Ассаляму алейкум. 30 рупий. Скажите, а почему отдельный билет? Я же уже заплатил за вход в зоопарк. Почему тут отдельная зона? Вы заплатили, чтобы посмотреть обычных животных зоопарка. А в этом помещении живет уникальное существо. Лиса с головой женщины. Вы пойдите, поговорите с ней и сами убедитесь. Прикольно. Можно прийти поговорить с лисой. Всего за 30 рупий. Это меньше $2. Вы все к лисе? Да. Вы верите в человека-лису, в женщину-лису? Да, я часто прихожу сюда поговорить с ней, получить совет. Здесь верят, что человек-лиса обладает сверхспособностями, может видеть судьбу человека и давать советы. Именно поэтому так много людей собирается возле домика этого существа. Но мне пока сложно поверить, что все это правда. Причем, смотрите, посмотреть на женщину-лису пришли в основном мужики. Ведь я за вами буду. Ну что, друзья, я думаю, остается несколько минут, и мы с вами увидим то самое чудо и поймем,
это чудо природы, это феномен или это просто выдумка для туристов? Вот зашли детки, и дальше наша очередь. А вот, посмотрите, друзья, вот отсюда видно хорошо, все смотрят в решетку. И судя по тому, с каким интересом люди смотрят, там действительно что-то особенное. Я пока, честно, ничего не вижу, здесь занавеска, но все смотрят и что-то говорят даже. И приходит наше время заходить. Так. Вот, друзья, заходим, видим занавеску. Ждем, когда потянут за веревочку, и занавеска откроется. Тянут за веревку. Вот оно, диковинное существо с головой женщины и телом лисицы. Невиданный зверь лежит на деревянном ящике и едва заметно шевелится. Друзья, вы посмотрите, действительно, вот человеческая голова и дергается лапка, настоящее тело лисицы, дергается хвостик. Но главное, этот получеловек-полузверь еще и разговаривает. Здравствуй, как дела? У меня дела отлично, а как у вас дела? У меня прекрасно, спасибо. Друзья, на самом деле, я думаю, вы и я уже догадались, что это просто человек, который спрятался в коробке. Ну, давайте подыграем немножко. Впервые в жизни разговариваю с лисой, никогда не мог подумать, что такое возможно. А как к вам правильно обращаться? Мумтаз бегум или амма. Мумтаз бегум или амма. Это как мама по-пакистански. Почему мама? Почему вас мамой называют? Любят меня. С первой секунды лично мне становится понятно, что это никакое не мифическое существо, а просто актер и чучело лисы. Ну почему же такой ажиотаж вокруг нехитрого, достаточно примитивного фокуса? Понятно, что происходит на самом деле, но людям нравится, люди верят. Я вижу, что сотни людей верят в то, что вы настоящая лиса. Я лиса. Полиглот, я лиса. Вот люди приходят к вам за предсказаниями. Вот, глядя на меня, что вы можете сказать? Вижу, что вы хороший человек и очень любите свою работу. Делаете все, чтобы получалось на высшем уровне, правда? Да, правда, обожаю работу, стараюсь, чтобы получилось. Еще вижу, что ты рад нашей встрече. Лисичка-сестричка, можно к вам так обращаться? Конечно, рад. Ты уже мой друг, можешь и так меня называть. Если бы я мог, я бы пожал вам лапу. Но я не могу. Вот так вот, пожимаю вам руку виртуально, лапку точнее. Я не знаю, как насчет предсказаний и вашего сверхъестественного дара, но я точно могу сказать, что вы дарите позитив и хорошее настроение. Отсюда без улыбки выйти невозможно, это круто. Сколько лет вы уже работаете здесь в зоопарке или живете в зоопарке? 27 лет. 27 лет? 27 лет в этой клетке? Уже больше четверти века к клетке Мумтаз приходят толпы людей. Казалось бы, это небывалая слава и популярность. Но каково это? Работать в зоопарке среди тигров, львов и слонов, притворяясь животным. И как сотрудники зоопарка относятся к Мумтаз? Как к человеку или как к животному? А до скольки у вас сегодня рабочий день? До 7:30. Разрешите пообщаться с вами после работы? Хорошо, приходи. Все, договорились. Видите, когда одна группа туристов вышла, закрывают занавеску, чтобы для людей был сюрприз всегда. И человек потом тянет за веревочку, раз, занавеска открывается, и люди видят лису. Этот аттракцион притягивает пакистанцев как магнит. Рабочий день так называемой женщины-лисы длится 10 часов, и толпы людей идут нескончаемым потоком. При этом никто не выходит без улыбки. Но особенно радуются знакомству с лисой дети. Они искренне верят, что перед ними реальное существо. Откуда вы приехали? Из Каранги. А почему вы такая? Я такой родилась. Папа, она классная. Ассаламу алейкум, привет. Привет. Как зовут? Шафисаль. Веришь, что лиса настоящая? Да. Да? Это такое чудо, как в мультике, как в фильме фантастическом. Она очень прикольная. Прошел еще час, а карусель посетителей не заканчивается. Но ровно в 7 часов вечера последние желающие увидеть Мумтаз наконец уходят. У нас есть эксклюзивная возможность. Мы покажем то, что всегда скрывали от людей. Правду. Изнанку. Взглянем за эту решетку с другой стороны. Вот, друзья, уникальный момент. Мы заходим, уже нет посетителей, 7 часов. Двери закрывают, потому что это большой секрет. Никто не должен из посторонних увидеть, что происходит там внутри. И вот открывается занавеска. И сейчас мы увидим
что мы увидим лиса без головы? Ассалам алейкум! Здравствуйте! Ну я знал, что вы нормальный человек, я не сомневался. Очень приятно с вами познакомиться уже в новом облике. И как вас зовут по-настоящему? Я Мурат Али. Мне тоже приятно с вами познакомиться. Вы мужчина, я вижу взрослый, серьезный. И очень удачно загримировались под женщину. Спасибо. Только теперь грустно смотреть на это чучело. Оно безжизненное стало без вас. Конечно, без меня это бессмысленно. Скажите, могу ли я к вам забраться и посмотреть, как у вас там все обустроено, как вы работаете, живете? Ладно, заходи. Как? Через забор? А, вот, лиса живет в клетке, и забираться можно только через вот такое отверстие. Вот так каждый день человек-лиса забирается на свое рабочее место. Ой, лиса, не переживайте, все хорошо. Ты залез, чтобы вместо меня тут поработать. Конечно, я прошу разрешения рассмотреть ваше рабочее место. Я вижу просто шкурку лисы. Я вижу лапку лисы. Она двигается, действительно, хвостик двигается. Я вижу туловище. И вот вижу рабочее место. Саша, я не знаю, ты сможешь здесь показать или нет. Вот, смотри. Это для того, чтобы лиса дышала. Вот, друзья, ниточка. Легонечко дергаем за ниточку, и тело шевелится. Это для имитации того, что лиса дышит. О, вот так вот. Во. Только медленно. Медленно. Ваш, извините, ящичек, рабочее место. Как правильно садиться? Покажите, как вы садитесь. А, то есть вы сидите вот так вот боком. А, вот, смотрите, друзья, очень интересно. Вот он дергает за ниточки, и это дергается. Это что, это у нас хвостик? Это хвост. Вот, друзья, проволочка. Хвостик шевелится. Вот я шевелю задней лапкой. Вот я шевелю передней лапкой. Вот. Покажите, что у вас есть на рабочем месте, таком, скажем, прямо не самом просторном. Это освежитель воздуха, да? Это когда пахнет чем-то? Или это от тараканов средство? Что это? Это освежитель, чтобы не было запаха, когда я курю. Вы еще можете курить на рабочем месте? Детям это не показывайте. Курящая лиса, подергивающая хвостом. Это круто. Нет. Я не то, что перед детьми, но и перед взрослыми не курю. Чего-чего я только на планете не видел, но курящую лису вижу впервые. И курящую, и говорящую. У лисы есть мобильный телефон. Даже несколько мобильных телефонов. Вот, спички. А лисички взяли спички, закурили. Вот так, это у нас что? Это, извините, я прошу прощения, это то, что я думаю, это моча? Да, это мой туалет. Но не разлить, я понимаю, да. Вот представьте, здесь сотни людей, вы с ними общаетесь, тут захотелось пописить. Как разместиться, чтобы пописить в эту бутылку? Нет, я справляю нужду, когда люди уходят. А, то есть закрывается занавеска, и вы писаете? Да. Извините, а если по-большому надо? Я не ем с утра. Особенности работы. Да, это зоопарк. Но обитают здесь только животные, которым не нужны туалеты и кофемашины. Притворяясь животным в вольере, человеку, к сожалению, тоже приходится сидеть в клетке. И условия тут даже хуже, чем у зверей. Звезда зоопарка сидит на кирпичах, подложив грязную подушку. Не может даже пошевелиться и тут же справляет естественную нужду. Калькулятор вижу, калькулятор. То есть это вы сидите, считаете посетителей и сколько вы заработали, да? Я просто не настолько образован, чтобы считать без калькулятора. Вы работаете сами или у вас есть бизнес-партнер? Я один. Деньги вы с кем делите? С зоопарком или как? Я от билетов прибыли не получаю. Только то, что люди бросают в клетку. Это мой заработок. А, то есть вам не платят зоопарк, только вот те подношения? А сколько вы в среднем зарабатываете за месяц? 17-18 тысяч. Так, друзья, представляете, 110-120 долларов в месяц за то, что сидишь в клетке, в прямом смысле слова, в зоопарке. Нечеловеческая работа. Скажите, а ваш рабочий день длится сколько часов? С 9 до 19.30. С ума сойти. А у вас хоть есть отпуск или выходные дни? Вот выходных нет. Только в месяц Рамадан.
Извините, а можно я попробую сесть на ваше место? Можешь не спрашивать. Я сам хочу, чтобы ты сел. Ну, хорошо, друзья, попробую себя в роли лисы. Вот так, для того, друзья, чтобы не было видно вот этой границы стыка. Вот. Ну что, я профессионально становлюсь лисой. Так, впервые в истории, за всю историю зоопарка, который существует со времен Британской империи, лиса из Украины, лиса-иностранец. Я вам скажу, это непросто. Я разместиться, вот надо упираться. О, прикольно. Ну что, друзья, впервые в истории. Мимо комаров лиса. Привет, дорогие друзья. Вы смотрите «Мир наизнанку». Я лисочка-сестричка из Пакистана. Знаете, как собаки шевелят хвостом, когда встречают хорошего человека? Я рад, что встретился с вами. Шевелю хвостиком, виляю, шевелю товищем. Вот. И поднимаю лапку. И хочу вам сказать, знаете что? Вы герой. Потому что эта работа, несмотря на ее комедийность, несмотря на ее комичность, шутливость, это очень тяжелая работа. Провести 8, 10, 12 часов в день вот в такой позе и писить в бутылку, простите, это очень тяжело. У меня позвоночник, извините, вот так вот выкручен. Я сижу боком, и это непросто. Спасибо. За годы работы здесь у меня появились проблемы с позвоночником. Но пока денег на лечение нет. Вот образ женщины-лисы. Почему именно женщина-лиса? Кто это придумал? Почему, например, не мужчина-медведь, не ребенок-заяц, а именно женщина-лиса? С чем это связано? У нас народ любит лисиц, поэтому мы подумали, что это будет хороший образ. А придумал это место и лису мой товарищ Зейда. Его уже нет в живых. Сначала он играл лису, а потом передал это дело мне. Люди так привыкли к Мумтаз, что им уже не интересно приходить в зоопарк, если меня здесь нет. Сколько вам было? Приблизительно 14-15 лет. Сейчас вам сколько? 45 лет. Получается тогда ошибка. Вы здесь уже 30 лет, если математику подключить. Я никогда не считал. Не думал, что кто-то будет брать у меня такое интервью. Фантастика, друзья. Я, нечаянно взял не ту руку. Надо вот так вот этой рукой взяться за голову и сказать фантастика. То есть человек в 45 лет работает лисой. И работает лисой с 14 лет. А почему именно мужчина играет роль женщины? Женщина не может здесь работать. На этой работе главное терпение. Люди могут сильно оскорбить, поиздеваться, обидеть. Это морально тяжело. Да и физически здесь сидеть очень сложно. Женщина бы не выдержала. Господи, тут реально нужно терпение иметь железное. А вы говорите, что еще не все люди нормально реагируют. Что самое неприятное было за 30 лет работы? Вот что вам такого говорили? Обидного, может быть, или... Люди, как 5 пальцев на руках, такие же разные. Бывают, очень наглые приходят. Говорят гадости, ругают. Обзывали обманщиком, выродком, чучелом. Я же не могу ответить. Мне приходится терпеть, иначе на этой работе нельзя. Ну, простите меня за жесткое сравнение, но вы же, по сути, в прямом смысле, как животное, находитесь в зоопарке, в клетке, и люди приходят на вас посмотреть. Это еще и морально тяжело, мне так кажется. Да. Я пока стоял в очереди, я обратил внимание, что многие хотят либо предсказания, либо загадать желание. Давайте только вот откровенно. Вы обладаете каким-то даром, или вы просто подыгрываете людям, и даете им надежду? Нет, я не предсказатель. И никогда не говорил, что у меня есть какой-то дар. Когда людям тяжело, они ищут поддержку везде. И я не могу разрушить их надежды. Поэтому каждый день после работы я молюсь за них. Я верю, если это дело с чистым сердцем, то просьбы исполнятся. Многие возвращаются и говорят, что их желания сбылись. Часто, купив билет, люди надеются на чудо. А вдруг молитвы или даже просто проговаривание своих желаний вслух здесь действительно работают? Есть люди, которые в это верят. Но для меня пока самое главное чудо и главный вопрос – это как Мурад Али умудряется высидеть в такой позе и в таких нечеловеческих условиях с утра до вечера, без выходных, около 30 лет. Дайте я на секунду вылезу. Ой, ой! Вы верите? Я не могу встать.
У меня нога, все. Я вот посидел полчаса, я не могу наступить на ногу. Пересидел ногу, реально. О, это реально очень непросто. А. У вас часто бывает такое в конце рабочего дня, что вы не можете пошевелить ногой? Я не могу сейчас так быстро. Иногда, когда закрывают занавеску, я могу ненадолго выпрямить ноги. Фух. Вы знаете, я в таком шоке, честно говоря. Я в жизни видел очень много профессий и пробовал на себе. У вас, пожалуй, самая необычная профессия на Земле. Более 30 лет работать лисой в зоопарке – это сильно. Я вам скажу честно, дайте вам пожму руку за мужество, за выдержку, за терпение, потому что я бы так не смог. Спасибо. Я вот рассмотрел на ваших волосах седину. Вы взрослый мужчина. А свои дети у вас есть? Да, четверо. Когда вы, извините, успеваете, если вы целый день сидите в своей клетке? Нахожу время для этого. Жена живет в другой провинции. Иногда сюда приезжает, но чаще я к ней. Она у меня красавица. Мурат Али видит свою семью крайне редко. Один месяц в году. Он посвятил свою жизнь работе в этой клетке. Стал заложником странной профессии, чтобы прокормить семью. Но при этом не потерял чувство юмора. Бывают ли у вас моменты, когда хочется сказать: слушайте, все, я больше не хочу видеть эту клетку, не хочу видеть людей, не хочу видеть никого, хочу уехать куда-нибудь, к своей семье, видеть ее 24 часа в сутки, 12 месяцев в году, быть рядом. Я уже уходил с этой работы, работал грузчиком, но потом мне звонили, уговаривали, и я возвращался. Сколько раз за 30 лет вы увольнялись? Трижды. Друзья, вы знаете, мне кажется, это уникальная ситуация, такое больше невозможно нигде в мире. Лиса увольняется из зоопарка и пишет заявление директору зоопарка в городе Карачи. Лисы, заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию. Это так происходит? Или как? Как-то так. А директор говорит: нет, слушай, если я тебя отпущу, потом уволится слон, тигр и жираф. Давайте тогда вернемся к серьезным темам. Вы взрослый мужчина, сильный, активный, у вас большая семья. О чем вы мечтаете? Какая ваша главная мечта в жизни? Что бы вы хотели? Чем бы вы хотели заниматься? Конечно, я хочу серьезную работу, которая будет приносить деньги. Я с детства мечтал иметь свой магазинчик, где я буду продавать одежду. А что вы делаете для того, чтобы это реализовалось? Пока ничего. Денег нет. А давайте вот посмотрим, сколько вы за сегодня заработали. Посчитаем. Вот, друзья, оказывается, как важно давать чаевые. Это и есть зарплата. О, кто-то дал 1000, это кто-то очень такой обеспеченный. $7 приблизительно. 160 – это $1, друзья. А здесь в основном десятки. То есть считаем. 200, 300, 1300. Вот эти деньги не считай. Я их сам положил. Это ваши деньги, которые вы положили просто для того, чтобы люди понимали, что нужно жертвовать. Это означает, что за сегодняшний день вы заработали чуть меньше $10. Я хочу подкинуть вот той иностранной лисе, странной, 3000, это около $20. Пусть у вас сегодня будет рекордная выручка, и вы отправите своей семье. И с пожеланием того, чтобы у вас появился бизнес, и вы зарабатывали еще в 1000 раз больше. Денег не нужно. Вы мои гости. Деньги приходят и уходят, а друзья остаются. Ну хорошо, тогда воспринимайте как реквизит. Потом вот эти 3000, которые мы принесли, положите вот здесь так на видном месте, чтобы люди видели, что кто-то дал по 1000, и другие будут хотеть тоже давать 1000. Хорошо. Ну что, лисичка-сестричка, помогла сегодня заработать денежку. Аленушка, Дима, помогите мне раздеться. Ой, вот так вот. Класс. А вы не можете сами взять в аренду это помещение и себе забирать выручку с билетов? Я бы хотел, но мне не дают. Наш герой находится здесь на тех же условиях, как и все остальные обитатели зоопарка. Он в клетке, на него смотрят люди, он не получает зарплату. Он может забрать себе только то, что люди кинули через решетку. И если, например, обезьяне в клетку кидают банан или яблоко, то здесь в клетку человеку-лисе кидают денежку. Вам не кажется, что это несправедливо? Я понимаю, но мне никто не дает заработать больше. Ты меня прости, но мне уже нужно снимать грим, закрывать вольер и идти домой. Все, я вас понимаю, да. Так, я выбираюсь из клетки.
тут преимущество есть у лисы человека. В отличие от животных, всегда можно, не всегда, а в конце рабочего дня выйти из клетки и пожить другой жизнью. Еще интересно, где он живет. Сейчас выясним. Так заканчивается каждый рабочий день Мумтаз-бегум, женщины-лисы. Он смывает грим и из мифического персонажа превращается в себя. Нормального, адекватного, здорового пакистанского мужика. Прошу прощения, но кажется, передо мной совершенно другой человек. Новый. Вот теперь вы встретились с Мурадом Али. Ну, слушайте, взрослый мужик, сильный, молодой, активный, веселый. Ну, никак не лиса вообще. Можно напроситься к вам в гости? Зоопарк закрывается, посетители уходят, звери ложатся спать. А люди лисы? Вот это интересно, чем они занимаются? Пойдемте ко мне домой. Скажите, далеко ваш дом? Своего дома у меня нет. Я живу здесь, в зоопарке. Вы живете в зоопарке? А здесь что, какая-то территория для сотрудников? Вроде того. Там есть место, где я ночую. 30 лет в зоопарке? Да. Вот место, где я живу. В смысле, а что это за место? Офис сотрудников зоопарка. Я здесь сплю. В это сложно поверить, но у Мурада Али нет даже арендованного жилья. Он ночует на диване в крохотном офисе администратора зоопарка. Получается, что территорию зоопарка он не покидает практически никогда. Фантастика. А чье это рабочее место? Кто здесь находится? Вот я вижу какой-то сейф, шкаф. Здесь работает администрация зоопарка. Это не очень удобно. Я могу приходить только ночью, когда никого нет. Обычно здесь бывают совещания. И мне приходится ждать, пока они закончатся. Но другого места нет. Так и живу. У меня просто нет слов, если честно. Ваша семья знает, где вы живете? Знает, что вы ночуете вот на диванчике там в офисе? Нет. А что вы рассказываете семье? Я говорю им, что работаю и живу в зоопарке. Кем работаю, они не знают. Об этом говорить нельзя. Корпоративная тайна. Неужели жена не может сказать: «Мурат, что ты делаешь в зоопарке? Расскажи, пожалуйста, подробнее». И дети, неужели не спрашивают: «Папа, а ты в зоопарке в каком отделе работаешь?» По себе знаю, всегда было важно, кем работают родители. Я говорю, что продаю холодные напитки здесь. Когда жена и дети приезжают в Карачи, где вы их селите и как вы скрываете от них? Как вы делаете так, чтобы они нечаянно не оказались возле клетки человека-лисы? Здесь все знают о моей тайне. Я могу стать за любую лавку, притвориться продавцом. Но они обычно приезжают просто погулять здесь. Ну вот честно, извините, я, возможно, сейчас перехожу красную линию, но это какая-то мужская гордость, это нежелание сказать своим детям: «Дорогие мои, я 30 лет сижу в клетке, и чтобы прокормить вас, я изображаю лису, и я работаю, по сути, одним из животных в зоопарке, играю роль животного». В чем причина того, что вы скрываете? Понимаешь, я живу на границе с Афганистаном. У нас в культуре не принято, чтобы мужчина играл женщину. Поэтому я не могу сказать семье, и поэтому я так хочу уйти отсюда. К тому же я верующий. Мне нужно время на молитвы, которого здесь у меня нет. Но самое ужасное то, что мне приходится постоянно врать. А я больше не хочу быть лжецом. И главная ложь – мой образ, якобы женщина-лиса. Я услышал в ваших словах, мне кажется, главную причину. Вы сказали, что вы из Афгании. То есть вы пуштун? Да. А опасность для жизни есть? Нет, меня не убьют, но я стану изгоем. Там очень строгие обычаи. Давая нам интервью, вы рискуете, потому что вас смогут узнать. Вы разрешаете нам давать это в эфир? Да. Возможно, это поможет мне поменять работу. Хотите поменять профессию? Мечтаю об этом. Прости, но мне пора идти молиться. Хорошо. Удивительно, но каждый день после тяжелого рабочего дня, когда затекли ноги и спина, вместо того, чтобы отдохнуть и выйти за территорию зоопарка, Мурат идет в место для совершения молитв, мечеть при зоопарке, чтобы передать Аллаху просьбы, с которыми обращались посетители к женщине-лисе. И несмотря на то, что он даже не знаком со своими почитателями, а некоторые обижают его, он все равно считает своим долгом передать их просьбы Всевышнему, потому что люди верят в его магические способности. Он пытается помочь хотя бы молитвой. Это удивительно, что сотни, даже тысячи людей, которые каждый день стоят в очереди, чтобы увидеть человека-лису, а по сути увидеть Мурада Али,
даже не догадываются, какой он удивительный человек. Очень трогает, как он, не имея фактически ничего, пытается помочь другим. Этот человек достоин уважения и достоин большего. Достоин большего, чем всю жизнь провести в клетке. И скажу вам честно, у меня появилось искреннее желание помочь ему. До свидания, и я верю, до новой встречи. Завтра Мурад Али снова нанесет свой незамысловатый грим. Из солидного 45-летнего мужчины превратится в вымышленное существо женского пола, чтобы за копейки веселить людей. И ждать Рамадана, когда наконец сможет повидаться с семьей, которой он даже не может рассказать правду о своей работе. У меня появилась идея, как дать ему возможность изменить свою жизнь. И уже на следующий день мы отправились на поиски помещения, которое может превратиться в материализацию мечты всей его жизни. Итак, я попробую открыть в Пакистане магазин. Друзья, мы в торговом районе города Карачи. Здесь сконцентрированы самые-самые разные магазины. И этот район очень популярен. На таких торговых улицах расположены маленькие магазинчики с разными товарами. От электроники до одежды. Здесь реально найти в аренду помещение типа вашего, небольшой магазинчик? Идите вперед, может там кто-то сдает. Я решил разведать обстановку и поспрашивать у местных продавцов, кто сдает помещение. И таким образом найти подходящее место для магазина. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Не знаете, где помещение в аренду можно взять? Трудно найти, но спросите дальше. Парфюмерия. Ассаламу алейкум. А есть в аренду помещения какие-нибудь? Да, есть. Познакомите с тем, кто сдает. У меня есть помещение. О, как вас зовут? Ибрагим. Очень приятно, Ибрагим, я Дима. Покажите ваше помещение. Вот, как раз возле центральной улицы. Видите, табличка такая, типично пакистанская. Помещение для аренды. Видно, что проводили ремонт. Сколько здесь у нас? Раз, два, два с половиной. Если с выносом 3 метра. 3 на 3. Где-то 9 квадратных метров. Смотрите, здесь наверху тоже есть место. Там товар можно хранить. Ух ты! Слушайте, тут фактически еще один такой же магазин. Это идеально для склада. Вообще классное помещение. Это здорово. То есть тут можно хранить товар, а здесь оборудовать очень стильный маленький первый бизнес в жизни человека. Какая цена? 12 тысяч и 100 тысяч депозит. Господи, 100 тысяч депозит? Депозит это до конца аренды, да? Если в течение полугода вы освобождаете помещение, получаете депозит обратно. А что вы хотите открыть здесь? Офис или что? Это для нашего друга. Очень хороший человек. Он мечтает открыть магазин одежды. Вот как вы думаете, это место для одежды нормально? Это популярное место. Народ здесь ходит постоянно. Место ходовое, потому что действительно, вот смотрите, буквально раз, два, три, четыре шага. И вот возле магазина парфюмерии мы поворачиваемся и видим улицу центральную. Рядом парикмахерская, можно здесь приводить себя в порядок. А вот здесь что? Тоже парикмахерская. Но здесь сам Бог велел открывать магазин одежды, потому что здесь все хотят стать красивыми. Парикмахерских много, духи продаются, а одежды маловато рядом. Давайте приступим к организационным моментам. Я готов брать. Хорошо, пожалуйста. Смотрите, но я же не на свое имя оформляю, а мы делаем сюрприз человеку. Я уже начинаю вам раскрывать карты. Можно я сейчас вам просто оставлю залог, а документы на человека мы оформим, когда он уже придет, на его имя. Да, можно. Здесь очень лояльные люди. Здесь будет вывеска, которая будет стрелочкой указывать на магазин. Назовем его Fox Style. Стиль лисы. Итак, помещение для будущего магазина Мурада Али найдено.
В городе, где главный промысел торговля, это оказалось несложно. Оплачиваю аренду за полгода. Следующие шаги – убрать, сделать косметический ремонт, купить мебель, декор и товар, который Мурад Али будет продавать. Мне предстоит на несколько дней стать пакистанским бизнесменом и разобраться, как правильно вложить деньги, чтобы получать прибыль. А пока – большой шопинг. Мы приехали в район, где продается мебель. Самое главное, это найти удобное кресло рабочее. Объясню почему, друзья. Дело в том, что больше 20 лет этот мужчина провел в ящике, в неудобном положении, с выкрученным позвоночником и шеей. Мне кажется, самое важное в этом магазине, чтобы у него наконец-таки появилось комфортное рабочее место. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Все для магазина я выбирал как для себя. Иногда даже слишком тщательно. Жестковато. Это неудобные ручки, некомфортно сидеть. Здесь вот это удобное кресло. Это то, что надо для нашего героя. За сколько отдадите? За 6 тысяч отдам. Держите. Просьба, пусть постоит здесь, я заберу. Мне еще нужно на базаре другие товары выбрать. Можно? Конечно. Я вижу матрасы, это тоже очень важно. Он же живет в зоопарке. А магазин, который мы сняли, двухэтажный. И на втором этаже даже есть небольшое окошко. То есть на первое время, пока человек-лиса не заработает себе на аренду нормальной квартиры, он сможет кидать матрас наверху и спать. Проверю, какой лучше. Нет, этот сильно жесткий. Этот, ой, этот классный. Гораздо мягче. Почему отдадите? 2500. Беру вот этот. Мы купили абсолютно все. Стол, кресло, полки, витрину, декор, подушки, постельное белье и другие вещи, необходимые для этого бизнеса. Магазин – это, конечно, не квартира, но лучше, чем спать на кушетке в администрации зоопарка. По крайней мере, доступ к своей комнатушке и кровати у Мурада Али теперь будет всегда. А не только ночью, когда работники зоопарка разошлись. Надеюсь, что человек-лиса сможет быстро освоиться, начать зарабатывать и арендует себе нормальное жилье. Итак, друзья, мы все купили и заказали. Есть абсолютно все, что нужно для открытия магазина. Все это доставят на место машиной прямо с этого рынка. Ну, а у нас есть еще другие важные дела. Теперь остается купить самое главное. Товар для магазина человека-лисы. Как сказал сам Мурад Али, продажа одежды – это мечта всей его жизни. Для того, чтобы действительно хорошо и честно, качественно исполнить его мечту, нам нужно правильно подобрать одежду. Я не разбираюсь в классической пакистанской одежде. Поэтому мы обратились за помощью к известному стилисту. Данеш – профессиональный стилист и дизайнер, который создал свою линию одежды. Он как никто разбирается в трендах традиционного пакистанского стиля и самых популярных нарядов для старта бизнеса. Нам нужно подобрать ходовое, популярное, чтобы быстро и хорошо продавалось. Хорошо. Данеш привел нас на оптовый рынок. Место, где владельцы маленьких магазинов закупают товар для розничной продажи. Вот, смотрите. Ассаламу алейкум. Меня Дима зовут? Меня зовут Дауд. Дауд, очень приятно. Даниш, ну что, доверяю вам полностью. Вот если бы вы открывали маленький магазинчик, какую бы одежду мужскую вы выбрали? Покажите простые костюмы. Вот видите, популярные такие лаконичные варианты. Ассаламу алейкум. Как вас зовут? Махмуд Аслам. Вы хозяин? Да. Это, кстати, мой папа. Подождите, ваш папа? Так нечестно. Вы привели, получается, в свой магазин. Это, считайте, подарок для вас. Это лучший магазин. Я работаю здесь с 1975 года. Это с 75 года вы на этом рынке? А почему вы сразу не признались, что ведете к отцу, а просто подвели? Сюрприз. Вот так вот, друзья, такие хитрые пакистанцы, представляете, привел в магазин к отцу. Сколько придется заплатить за один Chevrolet Camis, если оптом берешь? 750 рупий. А продать почем можно? Можно легко продать за 950 рупий. Но все зависит от ваших клиентов. В больших магазинах продают за 1200 рупий. Наценка будет где-то 1-2 доллара. Хорошо, вот такие по 750, а такие почем? Этот мы продаем за 1500. Но для вас, как для брата, за 1000 рупий.
это все так говорят на рынках, что ай, миллион стоит, то тебе как брату я отдам за 1000. На такой можете поставить цену 1500 рупий, а потом сторговаться на меньшую сумму и все равно быть в плюсе. Действительно, в Лахоре мы с Сашей заплатили 3000 рупий за 2 шальвар-камиза. Так что хорошо, что дизайнер хоть привел и в свою лавку, но по крайней мере не обманывает. Ваше предложение по количеству и по ассортименту. Я предлагаю взять по 10 штук вот таких шальвар-камизов и вот таких разноцветных 50-60 штук разных размеров. Это получается, вы мне предлагаете купить 100 наименований. Эх, разорители, давайте, считайте. Друзья, вот так вот мы рассчитываемся в магазине. Охранник сказал спрятаться, сесть, чтобы люди не видели деньги, потому что опасно. Все присаживаются и прячут деньги. Пересчитывайте. Ну что, друзья, вот так вот неожиданно случилось, что я открываю первый в жизни магазин. Не свой, а магазин для героя, который очень тронул, впечатлил и который, пожалуй, заслужил эту мечту. Вот-вот, шукрия. Спасибо огромное. Господи, знал бы человек лиса, который прямо сейчас сидит в зоопарке и, извините, справляет малую нужду в бутылку с широким горлышком, что его ждет такой сюрприз, что мы уже несколько дней готовим для него сказку. И сказка уже скоро станет былью. Но если в торговом деле пакистанцы, конечно, асы, то всю тяжелую работу нам пришлось взять на себя. Поэтому с утра до вечера, несколько дней подряд, мы убирали, прикручивали полки, своими руками развешивали вывески, делали абсолютно все. Остались последние штрихи, и мы, наконец, сможем вручить человеку-лисе ключи от его новой, абсолютно другой жизни. Очень удобно, когда у тебя в путешествии есть такой компактный универсальный набор отверток. С магнитными насадками, прочные, устойчивые к деформации, всегда пригодится. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Есть. Вот, друзья. Стиль лисы. Магазин традиционной одежды. Мы придумали логотип такой, который вроде бы обозначает лису. Если издалека посмотреть, вот, пожалуйста, глазки, вот мордочка. Но при этом напоминает немножечко буквы из алфавита урду. Смотрите, как выглядит сегодня магазин, который почти готов. Нужно успеть до прихода лисы все подготовить, декорировать. И это лучше сделать своими руками. Поехали! По нашей задумке, магазин должен быть оформлен в стиле пакистанских грузовиков. Ярко, красочно и очень душевно. Мурад Али еще не знает, что его ждет, но я уже предвкушаю его реакцию и встречу с первыми клиентами. Самое важное в мусульманской стране, когда ты открываешь магазин, это цитата из Корана. Это воля Аллаха. Ее размещают для того, чтобы все обязательно получилось так, как было задумано. И очень-очень важная цитата «Альхамдулилла». Слава Богу, слава Аллаху. Обязательно должна быть в магазине, особенно у верующего человека. Лиса, конечно же, это символ нашего магазина. Она принесет ему удачу. Последний штрих на чердаке. Упс. Вот такую лисью норку мы оборудовали. Но на самом деле многие люди в Пакистане не имеют и такого. Надеюсь, что это будет успешный старт, и наш подарок поможет ему начать новую жизнь. Мы подошли к открытию магазина с душой. Делали как для себя. И продумали все до мелочей. Развлекательные игры для клиентов, угощения. А вот товар решил развесить уже вместе с Мурадом Али, чтобы он сделал свой вклад в открытие и почувствовал себя полноценным хозяином. Буквально через несколько минут он должен прийти к нам навстречу. И о том, что его ждет, он даже не догадывается. Я забираю самое главное, настоящий ключ и символичный ключ. Ключ, который будет символизировать дверь в новую жизнь. Уже салют пошел. Мы назначили встречу на площади неподалеку. Он должен сейчас подъехать на тук-туке.
Я уже предвкушаю его удивление, его шок. Очень надеюсь, что у нас получилось исполнить мечту этого человека. Вот он. Ассаламу алейкум. Выходите. Как ваши дела, как ваше настроение? Отлично. У меня подарок для вас. Какой подарок? Очень ценный подарок. Уникальный. Раз, два, три. Вот. Что это? Это ключ. Вам нравится? Очень. Он, наверное, дорогой. Ключ, я бы сказал, к новой жизни. Если вы правильно этим ключом воспользуетесь, это волшебный ключик. Идемте, покажу. Я вам пока расскажу, где мы находимся. Вы знаете этот район или нет? Не знаю. Здесь много магазинов, рядом мечеть. И здесь в основном все занимаются торговлей. Ну теперь внимание, приготовьтесь. Сейчас будут самые ответственные 10 шагов в вашей жизни. Внимательно. Смотрим, 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 смотрим. Подходим сюда, заходим. Что это? Это... Подходите ближе, будем угадывать. Смотрите, это принадлежит вам. Это наш подарок. Подарок от программы «Мир наизнанку» вам. Раз, два. Включаем свет. Это ваше. Вы меня разыгрываете? Все это принадлежит вам. Это ваше помещение, оно двухэтажное. Это ваши ящики. Ничего не понимаю. Вы говорили, что у вас мечта открыть магазин. Было дело? Я молился, чтобы у меня был магазин одежды. Давайте торжественно вместе открывать коробки и смотреть, что там. Все размеры, все цвета Chevrolet Camisa. Очень хороших. Это ваше. Я не понимаю, что происходит. Я безумно рад, но это не может быть правдой. Подождите, вы не верите, что это ваше? Это точно мое? Это все ваше. Это ваше помещение, ваши часы, ваш ключ. Все ваше. Наконец на лице Мурада Али появляется искренняя улыбка. Я так рад, но, если честно, шокирован. А вот, кстати, подошел человек, который тоже очень важную роль в вашей жизни сыграл. Познакомьтесь, это Ибрагим. Я Мурад Али. Это новый хозяин магазина, это ему мы делали подарок. Вот, и... А Ибрагим – это хозяин этого помещения. Мне нужны ваши документы, чтобы оформить контракт. Сейчас сделаем копию и договор. Ну что, вы наконец-таки теперь понимаете, что это не шутка? Ты не представляешь, как я рад. Всей душой. Я так много молился, чтобы Аллах помог мне. И он услышал. Вы помогаете мне. Это какое-то чудо. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Это невероятно. А что там, наверху? Забирайтесь. Ничего себе. Здесь еще одна комната. Мы сняли специально двухэтажный магазин по двум причинам. Во-первых, я надеюсь, ваш бизнес будет развиваться, у вас будет много товара, его нужно будет где-то хранить. Здесь есть место. Во-вторых, я видел, как вы ночуете в зоопарке. Здесь можно будет переночевать первое время. Я уверен, что стартового капитала у вас достаточно для того, чтобы раскрутиться, построить большой нормальный бизнес и потом арендовать жилье уже на полноценное, перевести сюда семью, потом купить свое жилье. То есть у вас старт есть хороший. Я обещаю, что я буду работать изо всех сил и молиться за вас, чтобы у вас все было хорошо. Я вам благодарен от всего сердца за этот подарок. Ну что, хватит отдыхать, у нас много работы на сегодня. До открытия осталось пару часов. Мы в реактивном режиме раскладываем товар. И Мурад наконец-то поверил и начал получать от процесса удовольствие. После оформления контракта его сомнения развеялись окончательно. Но не успели мы выложить на прилавок даже часть одежды, как уже появился первый клиент. А можно посмотреть ткань? Вы хотите купить? Да, меня интересует. Какой вы хотите? Коричневый, белый, черный? Коричневый. Хорошая ткань? Хорошая. Сколько стоит? У нас вообще сегодня день открытия, поэтому для вас распродажа. Друзья, объявляю, кто будет первым покупателем, от нас с Мурадом акция, скидка 50%. Только первый покупатель. Так что можете передать всем. 50% это сколько получается? Цена 1500. Мы отдаем вам, как первому покупателю, за 750. Только одна вещь с такой скидкой. Давайте мне белый. Белый, быстренько, давайте. Какой размер у вас? Медиум. Вот, медиум. Вот. Забираете? Да, покупаю. 750, поверьте, вот пойдите на любой базар, увидите, везде 1500 стоит. Мы еще даже не открылись, а первый шальвар Камис уже продан. Первая продажа! Поздравляю вас!
для первого покупателя фирменная кепка «Мир наизнанку» в подарок. Сегодня будет много подарков. Все, спасибо. Ему спасибо, это его магазин. Мы платили аренду этого магазина на полгода. То есть это все ваше на 6 месяцев. Дальше вам придется крутиться самостоятельно. Я уверен, что Аллах мне поможет победить в этом деле. После первой продажи мы наконец-таки закончили развешивать товар. Из простой бетонной коробки практически за неделю мы сделали уютный нестандартный магазин, в котором можно не только купить одежду, но и поиграть в баскетбол, дартс, попить чай или даже попрыгать со скакалкой. Осталось только заявить о его открытии на всю улицу. А дальше сплетни быстро помогут растиражировать эту новость по всему Карачи. Не каждый день иностранцы тут магазины открывают. И вот настал Новый год. Новый год и этап жизни Мурада Али. Давайте поздравим этого человека с открытием магазина. Спасибо огромное. Я так рад. Всех приглашаем на вечеринку. Поздравляем Мурада! Мурад! У нас на праздниках принято пить шампанское. У вас нельзя, но есть... Яблочный сок в таких бутылках. Сок. Опа. Итак, друзья, за Мурата и его магазин. Ура! Таким счастливым Мурада Али я еще не видел. Праздник явно удался. Слухи об открытии магазина разнеслись молниеносно. Мурад Али наслаждается своим новым рабочим местом. Теперь все только в его руках. Если он сможет, то раскрутится и станет успешным бизнесменом. И вот у нас уже появился шанс узнать, какой из Мурада продавец без посторонней помощи. Когда вот вся эта шумиха утихла, начали реально подходить люди, что-то спрашивать, интересоваться, пить чай. Вот похоже, сейчас я не хочу подходить, пока не увижу. Вот сделка, я уже вижу, все, покупают. Наблюдать за тем, как он работает в магазине, лично мне намного приятнее, чем смотреть на то, как он изображает лесу в зоопарке. Мурад Али очень живой и, как показало наше общение, честный и добрый человек, который заслуживает большего, чем годами напролет сидеть в маленьком ящике, повторяя одну и ту же фразу, исправляя нужду в пластиковую бутылку. Кстати, за несколько часов работы Мурад Али уже продал несколько комплектов и заработал больше, чем за день сидения в клетке. Я, кстати, тоже не удержусь и что-нибудь куплю. Конечно, выбирайте. Ну что, как? Супер! Это подарок тебе. Спасибо. Перед тем, как попрощаться с Мурадом Али, у меня остается один очень важный вопрос. Но учитывая, что он скрывает свой образ лисы, это нужно сделать тайно. Я хочу с вами немножечко поговорить наедине. Хочется спросить то, что сейчас интересует всех больше всех. Буду говорить тихо. Что вы будете завтра делать с зоопарком? Оставите просто это место пустым? Оно закроется? Люди больше не смогут пообщаться с человеком лисой? Я буду искать себе замену. А пока попрошу брата меня подменять здесь. После зоопарка буду работать в магазине. Буду совмещать две работы. Подождите, я не понимаю. Вы же сказали сами, что ваша мечта не сидеть в клетке. Вы мечтаете покинуть это место. И для этого вам нужен магазин. А теперь вы говорите, что вы будете работать и тут, и там. Я не понимаю, в чем смысл? Нет, нет. У меня там договор. И я должен найти себе замену. Я не могу просто взять и не прийти туда. Дайте мне и десяткам миллионов наших зрителей четкий ответ. Вы уйдете из зоопарка? Или вы будете работать и тут, и там? Или какой-то третий вариант возможен, что вообще вы тут все продадите, бросите и вернетесь в зоопарк? Такое возможно? Нет, вы что? Этот бизнес я никому не продам. Я о нем мечтал. Язык даю. Этот магазин будет работать. Нет, магазин с вами, и вы уйдете из клетки. Вот наша цель. Ради этого мы старались, тратили деньги, время, силы, энергию и вкладывали любовь в это место. Я вам даю свое слово. Как только найду замену, я буду всегда здесь. Не подведите, пожалуйста. Не подведите, мы очень старались. Я очень рад, что так все получилось благодаря вам. Я счастлив, что сижу в своем кресле, и у меня появился свой бизнес и возможность изменить жизнь. Если честно, я ожидал, что Мурад Али завтра утром проснется в новом статусе и забудет о работе лисой в зоопарке навсегда, как о страшном сне. Возможно, он не увидел в этом подарке реальный шанс на другое будущее. Или, может быть, боится перемен? Но одно я знаю точно.
Сейчас у него есть все шансы, чтобы начать абсолютно новую жизнь. Но для этого надо тяжело работать и не сдаваться. Могу сказать только одно. Добрый путь, пожалуйста, в прямом и переносном смысле. Не загоняйте себя в клетку. Будьте свободным. Вы этого достойны. Пока. Через полгода мы обязательно снимем, как сложится судьба человека-лисы, и покажем вам. И вы узнаете, по-прежнему он работает в зоопарке или его бизнес, новый магазин, стал приносить большие доходы, разросся, и он стал успешным человеком. Лично я очень надеюсь на то, что сложится все самым оптимальным образом. Мурат Али перестанет жить в клетке рядом со слонами и бегемотами и начнет жить нормальной человеческой жизнью и не будет стесняться рассказывать друзьям, жене и детям, где он работает. Готовий до подорожей? Suzuki Jimny – це пригоди та безумовна свобода руху. Відкривай світ разом із Jimny. Смотрите в следующей программе. Тут такая повышенная степень опасности, что ребята сидят в полной боевой готовности. Народные звезды Пакистана. В нашей стране, по-моему, не так сильно охраняют президента. Кто они? И чем заслужили народную любовь? Мы приехали в гости к самому большому человеку Пакистана. Ассалам алейкум! Очень приятно вас видеть. Как зовут такую красоту? Как живут местные знаменитости? Вау! Да тут целый зоопарк. Ух ты! О, какой большой дом. Какие игрушки себе покупают? У меня большая коллекция оружия. Сколько стоит такой маленький тигренок? 10 тысяч долларов. Чем пытаются отличиться? Очень длинный джип. Очень длинный джип. Ассаламу алейкум. Ого! Вот это гигант. Одной рукой меня, смотрите. И почему вынуждены нанимать усиленную охрану? Все хорошо, да? Все чисто. Вот так, друзья, взрывчатки нет. Посмотрим, как звезду будут выводить.